Ребята, Андрюха купил себе камеру. Андрюха видеоблогер. Зум есть, нет, интересно? Есть, зум есть, кайф. Неопытная рука неопытного видеоблогера будет снимать так, как надо, благодаря супертехнологии. Завтра я буду доказывать, что я супер интерактивный, такой музыкальный, и дети 3 лет должны от меня офигеть. У меня программа должна быть на полчаса, я умею играть примерно на 2 минуты. У тебя супер переводчик? Прочитай еще разок. Осенью красный дракон, бассейн, жареные данчо Украины, что пара. Сайра. О, кстати, это сайра. Вот это круто. Рыба, 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 рыба. Ты где? Я буду выбирать дешевое. Шестиполосый караканс. Пробовал когда-нибудь? Конечно. Покушали мы? Да нормально покушали, суп с редькой. Я бы сказал, только с редькой? Ну там еще был бульон. Ну да, и две кости. Ну утки было много, да, утки было много. Еще 4 риса. Еще рис у них платный. Мы, конечно, сходили бы. Думаешь, можно было просто доложить? Конечно, он идешь туда, докладываешь. Можешь погромче говорить, нет, для блога надо. А она видит, что у меня, типа, как бы мясо чуть-чуть больше, чем риса. У тебя рис заканчивается, вот, иди доложи. А, по-русски, да? Нет. Вот ненавижу этим заниматься, вот этим обсасыванием. Не еда, а типа извращение, когда надо вот что-то трогать. Птицу надо есть руками. Я люблю руками есть. Я не люблю руками. Или, допустим, манты ешь ты. Ну окей, ладно, традиционную всякую тему. А когда тебе приходится суп есть руками, и еще саму ее можно похрустеть. Ты вообще офигел, что ли? Yes, 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 it's me. Okay, of course, of course. Now I have a dinner. Thank you. Bye-bye. А что, 7-Sorty? Агент за мной приезжает. Вместе на работу ходите? А вы сейчас сбежишь по дороге? Контролируем. Хорошо идешь. О, хорошо. Прямо по направлению к школе. Ну-ка, я пописываю. Да нет. А чё? Тебе заплатят-то сразу? У меня в пятницу должны заплатить. То есть чё ты скажешь? Да. Поможем лайками. А подписывайтесь на его канал называется... Я думаю, назвать свой канал Алич. Чтобы чуваки говорили, о, смотрел блог Алича? Подписывайтесь, ставьте палец вниз. Только что вышел со 2-го собеседования за день. Оба из них практически назначил себе сам. В один английский центр пришел просто потому, что он находится рядом. Но там дети очень маленькие, 2-3 года. Ну, я провел дома урок для детей с игрушками, мультфильмами и так далее. Именно сложно, когда они вообще ничего не знают. И мне посоветовали зайти в другое место. Там дети постарше. Очень круто пообщался с египтянином, который бренд-менеджер всех иностранных учителей. Тоже договорился на демо-урок, но работа будет только после первой недели февраля. Плюс не очень крутые условия, зарплата большая, но выходных всего 1.5 дня в неделю. Если после демо-урока предложат много денег, то можно поработать месяцок. Если продаваться, то дорого. Мне сказали, что мой английский хорош. Very interesting to hear such things. Ты смонтировал первое видео? Конечно. Где? У меня комплекс лишний. Лишний? У меня нет. Что будешь брать сегодня? Ты что, мажор, что ли? Кстати, да, я советский. Серьезно? А, ну да, тоже. Просрочечка моя любимая, оп. Это говно, ты пробовал это? Да, 3.70. Я мясо ем, поэтому это я не буду. А. Кстати, сегодня на велике ехал, там, знаешь, вот там. А, у тебя меньше, да, камера? О, у тебя камера меньше. Просто вода холодная. Ну, вроде что-то видно, смотри. Привет. Вот ты как, короче. Чего? Он тоже любит, знаешь, незнакомым девкам по-русски что-нибудь сказать и угорать с этого, типа. Это не комплимент, как бы. Я знаю. Это самая моя дорога, по которой я часто ходил. А у меня зум, кстати, есть. Нифига. А, ну-ка давай, ну, максималочку. Ну да, хорошенько так зернит. Да мне так зернит, дешевая камера. О чем речь вообще? Можно в Брюсли пойти, опять есть. Да, я что-то 2 часа не ел уже. А, нет, сколько? 1.5. Какие 1.5 мы поели 20 минут назад? Это для роликов или для сидеть? Садишься и потихонечку так... Сползаешь. А на борде я взял бы? Да, наверное, взял бы. Без трамплина запрыгнул бы на нее? Как бы его вот так зацепляешь. Еще разок. Ну все, пойдем дальше. 3 таких пьяных. Вообще китайцам было. Если, в общем, это... Ага, да, так а в чем разница? Это сколько ты не покатался, он сейчас засчитывает 1 юань, а этот по полчаса считает. Прикольно, у него 5 спиц всего. Я когда увидел... Это все.
Ты что, блогера включил? А у тебя стабилизатор есть? Электронный только. Что? Че ты разнишься? Прикинь, как обидно агрессить от китайцев. Да они не агрессивные. Это войне обиднее. Ваш президент Путин, он милый. Японцы подарили ему японскую собаку, у него есть японская собака, он милый. Какие плюсы и минусы китайской прошивки? Китайский язык. Плюс в том, что на маленьком экранчике много информации помещается, а минус, что я ее не понимаю. Круто! Круто! Как тебе битбокс охранника? Все, влогер. Сколько это стоит? 12.50. У нас есть, короче, рис с котлеткой, супчик и даже имбирь. На свеклу похоже? Да. Извините, пожалуйста, не мешайте, пожалуйста. Руслан, скинь нам фотографии! Выжи, выжи. Идеально. У тебя акцент какой-то. Олег, ты хохол, что ли? Говнище какое-то. Говно. Ты пацана брать будешь, нет? Откуда отвалил? Так, молодой человек, регистрация ваша где? Когда наркотики употреблял последний раз? Минимум Xiaomi CS. Так бывает, если работаешь с агентом. Работайте без агента, работайте с Андрюхой. Вот, когда агент вам говорит, что размещение прилагается к зарплате, велика вероятность, что это будет вот так. Вот так вот и вот, и вот так. Ну нормально, на себя направил. Ну, профутно. Че, в дочку едем? Давай. А? Мы с Ваньком поедем в дочку. Не надо снимать, не надо. А если не оригинальный, то носи с собой вот эту хуйню и заряжай телефон на 20%. Я его разобрал. Ты почему в Макдональдс ходишь? Почему в Макдональдс? Я не хожу. А еще с нами тусуется очень красивый гонконгер. Просто очень красивый. Как минимум Кристофер. Надо поберечь батарейку, потому что нам сегодня еще в дочку идти, да? Ты снаружи подождешь? Под окном только не стой. Ужас какой. Прикинь, вот ты не попал бы на дочку из-за того, что паспорт не взял. Че, Вань, как дочка? Вообще просто не переставая. Все, ничего не было. Мы неудачники. Сейчас будут орать, смотри. Так, нехотя. Может, выйдем, войдем еще раз? Сейчас, смотри, вот мы выходим. Пойдем. Да в смысле? Что за... Фильм с плохим концом. Концом и не пахло. Вот сам не пахло. Ну что-то она мне мяло, мне все равно все болит. Всем привет, сейчас мы проведем анбоксинг новой продукции. Значит, кофе, вот, у нас кружка. И вот. Вот. Выпись, если ты раз.